Здравствуйте, мои! Здравствуйте вам с Одессы! Вчера у нас было 23 февраля, и это действительно была дата. 2 года назад это был последний тихий мирный день перед началом. Я это осветила в своем ролике, но каждый понял так, как он хотел. Мы живем в свободной стране. Как хотите, так и понимаете. Ребята, ну а что было потом? Я же вчера сказала, что все расскажу. Я вещаю из Одессы. Я вещаю за Одессу, за мою семью. Я вам расскажу, как это было у меня. Ночь 23 на 24 февраля. Вы знаете, я вот не спала. Я вот что-то чувствовала. Была какая-то нервозность. Вы знаете, до этого ходили слухи. Конечно же, и в пабликах где-то проскакивало. И люди говорили, что начнется война. Да никто в это не верил. Ну как? Откуда? Все тихо, мирно. Ну не может этого быть. Ну, предчувствие у меня какое-то было, я всю ночь не спала. Крутилась, ворочалась, какое-то было нервозное такое состояние. Ну где-то так на полчаса я все-таки проваливалась в сон, и я слышала какой-то гул такой, знаете, как танки идут. Это нервы, это понятное дело. Я когда Косте это рассказывала, говорит, ты там больше ничего не увидела, не услышала. Я говорю, нет, ну вот так вот мне казалось, знаете, какой-то рев машин. И где-то перед утром мы услышали взрывы. Я бегу к маме, а мы с мамой были вдвоем, мама, я и Чиба. Все, Костя был на работе. Я бегу к маме, говорю, мама, ты слышала? Она говорит, да, знаете, таким голосом. Она говорит, это война. И все, и началась паника, нас обстреливали, постоянные взрывы. Ну, не постоянно, но периодами было хорошо. Нервы сдавали у всех. Я бегала по магазинам, я бегала в АТБ, скупала продукты, приносила домой целые сумки, запасались. Знаете, у каждого есть, вон, у меня в ушах тоже там сережечки, пару колечек. Мама говорит, надо закопать. Я смеюсь, мама говорит, ну ты что? Она говорит, а что, если придут? И мы, слушайте, серьезно, я сняла обручальное кольцо, сережечки там у мамы тоже такие 2 тоненькие колечка. Мы это все собрали, пошли и закопали. Ребята, клянусь, так и было. Подготовили себе подвал. У нас есть подвал, мы туда снесли воду, табуреточки поставили на случай, да? Но вы знаете, слава богу, мы этим так и не воспользовались. Страшно, боялись, очень боялись. Но в подвал мы не спускались. Я не знаю почему, но вот так вот. Нервы настолько сдавали, что мы постоянно были на успокоительном. А успокоительное какое? Короче, там у меня стоит, вот смотрите. Смотрите, у меня здесь полочка, и здесь что хочешь, на любой вкус. И стоит Костика. Так, а ниже? Так. У меня здесь всегда была на поготове рюмочка. Я себе раз. Буль-буль-буль-буль-буль. Хлоп. И все. Лекарства действуют очень быстро. Серьезно. Ребята, ну это был очень короткий период. Потом, знаете, организм уже привыкает к этим. Нет, не к этому. Нет. А к взрывам. И более-менее уже спокойно реагируешь на это все. Но дай бог, чтобы не привыкал. Ребята, и как вы думаете, кто мне дал рецепт этого успокоительного? Костик, да. Он говорит, пока таблетка дойдет, пока она там растворится, а это сразу раз, и тебе станет тепло. Но, ребята, нервы были страшные, просто сдавали. Особенно, когда начинались взрывы, у меня сердце так клокотало, у меня просто оно вылетало, и меня все вот так вот трусило, просто вот трусило. В общем, да, вот так вот. И соседи, я когда выходила на улицу, все же тогда друг с другом общались, все друг другу, ну как, ну что, что будет дальше? Все сидели на этом успокоительном. Но это было первое время. Потом люди привыкли. Ребята, первое время я боялась подойти к морю. Я боялась вот так вот здесь находиться. Я вообще даже не подходила близко. Потому что мне казалось, что в море вот эти военные корабли, они меня увидят и прямо в меня выстрелят. Но это было очень страшно. Ну, нервы такие, понимаете? Сейчас, вот видите, все ходят, гуляют, уже ничего не боятся. Народ просто привык, люди привыкли к такому. Ой.
Как к этому можно привыкнуть, вы мне скажите, да? Что я такое несу? Одессу продолжают обстреливать. Последние две ночи гасят. Первую ночь трое погибших, а вчерашняя ночь один погибший, там мужчину по частям из-под завалов доставали. И трое раненых. Ранения там сильнейшие, ожоги. Молодая женщина 93-го года рождения получила ожоги, переломы. 72 года женщины тоже ожоги сильнейшие. И еще не помню, сколько лет женщина тоже с ранениями. Они сейчас в больнице. И как к этому можно привыкнуть, ребята? Все очень тяжело. Живем сегодняшним днем, понимаете? Вот сегодня живы, наслаждаемся жизнью. А как будет завтра, никто не знает. Ребята, всем мира и добра. Скорее бы это все закончилось. Пойдем лучше понаслаждаемся морем, да? Дай Бог, чтобы все было хорошо. Всем ангела-хранителя и мирного неба. Садись на велик, посадите его на велик, он успокоится. Да. Серьезно, давайте. Иди сядь на велик, посиди. Будешь, давай. Не, я подержу, он идет вот там. Давай, смотри на велик, на большой сядешь. Представляешь, вот так. Или на сиде, так, чтобы не упал только, смотри. Ну что, класс? А ну давай чуть-чуть поедем, давай держите его. Давай чуть-чуть поедем, чтобы ты не плакал. Смотри. О, класс. Спасибо. Что, еще? Еще? Пошли? Пошли. Ну что это такое, ребенок плачет? Здрасте вам, сказал, пожалуйста. Голова болит. Ну ничего, сейчас пройдет на велике. Велик лечит, да? Как тебя зовут? Тёмка. Тёмка, легче стала, голубка? Нет. Нет? Пойдем к врачу. Ой, Боже мой, ну все. Скажите, спасибо большое. Покатался? Спасибо, до свидания. До свидания. Ребята, сегодня столько людей на море, как летом. И вы знаете, несмотря на шторм, возле моря нет ни ветра, и очень тепло. А наверху, повыше, на земле там уже, так там ветер и холодно. Я ехала прямо и думаю, Боже мой, зачем я одела тонкую куртку? А здесь на море теплота и шторм. Набережная снимает эту красоту. Все с телефонами, с камерами. Но действительно классно. Я молчу. Слушайте шум моря.
да, еще ребенка с собой возьмите туда на пирс. Ну, молодцы совсем. Не, вы знаете, я тоже обезбашенная, да, такая что? Но сегодня я туда не пойду. Нет. У меня как бы все под контролем. Сегодня я знаю, что там очень опасно. Может, просто одна волна выбиться из этого всего, подняться и накрыть. Нет, не утонешь. Понятное дело, что выберешься при таком шторме. Но мокрый будешь, и будешь бежать домой, и замерзнешь. Ладно, поехали, пусть им повезет. Пусть они останутся сухие. Смотрите, видите, вот лужи? Это все бьет оттуда аж снизу. Представляете? Это в любой момент может обрызгать. Так что надо здесь быстренько. Девчонки рискуют тоже. Видели? Класс! Как шарахнуло. Вот так вот. Посиди на скамеечке здесь, да, сегодня? Желающие есть, желающих нет. Сейчас. А здесь кафешки пикнички устраивают. На фоне такой красоты. Малые, ну это надо, ну на обломанной лестнице, вон все сорвано, сидят и делают фотки или видосики. Сколько малышни, маленькие собачки. А теперь внимание, хейтеры, для вас. Мне пришла посылка. Слушайте, там же хейтеры пишут: ой, да кто это вам посылки присылает? Да за что? Да за то, что даже вы, хейтеры, получаете от меня почву для того, чтобы выплеснуть ваш яд. А другие нормальные люди получают от меня позитив. И вот благодарят вот такими вот посылочками. За что им огромное спасибо. Сережа,
Вам огромнейшее спасибо. Сейчас распечатаю, посмотрим, что там такое. Так. Открыла. Я уже догадалась, что там такое. Ребята, это саженец инжира. А инжиров много не бывает. Класс, смотрите, инжир. Спасибо большое. Ну, конечно же, сейчас весна. Сейчас начинается сад-огород. А вы же знаете, что я это дело люблю. И люблю все такое интересное. Класс. Завтра же обязательно его посажу. Хороший такой саженец. Может быть, даже этим летом будет урожай. Тогда определим, что за сорт. Потому что я не знаю, что за сорт. Мне не сказали. Может быть, еще скажут. Спасибо большое. Смотрите, видите, какой подарочек. Довольная от и до. Ребятки, всем хорошего вечера, мирного неба над головой. И до встречи на канале «Дворик на фонтане». Тём-тём-тём.